В Казахстане хотят поменять государственный герб, чтобы на нем не было признаков Советского Союза. Министра финансов Мадия Такиева спросили о том, сколько средств будет потрачено на изменение герба в Казахстане в случае, если такое решение будет принято. Изменение герба в Казахстане, который был в употреблении более 30 лет, может быть обусловлено разными причинами. В своем выступлении в Атырау Токаев отмечал, что герб содержит признаки советской эпохи. Многие полагают, что он имел в виду звезду. Эксперты говорят, что в этом гербе собраны все наши национальные символы, начиная с шаңырақа, кереге и названия страны. Здесь все наши ценности и традиции, начиная со скифской эпохи. В чем трудно не согласиться, так это в том, что в гербе достаточно много эклектики, которая размывает общую композицию множеством элементов и деталей. Ну, если будет рассматриваться потенциальное изменение, то будет создана специальная у нас комиссия, которая предметно рассмотрит этот вопрос. И в случае положительного решения этого вопроса, вот, соответственно, вычекать все остальные вопросы, в том числе по там, расходам, как вы сказали. После смены герба необходимо будет поменять национальную валюту, документы всех граждан, удостоверения должностных лиц, официальные документы, военные билеты, пенсионные удостоверения. И это, очевидно, большие расходы. Заметим, что в случае принятия нового герба предстоят расходы, помимо прочих, и по замене денег, особенно монет, на которых присутствует пока еще старый герб. Некоторые активисты уже подсчитали финансовые затраты. К примеру, активист и политик Санжар Бохаев заявил в соцсетях, что в случае смены герба государство потратит на перестановки не менее 10 миллиардов тенге. А глава Минфина подчеркнул, что решение о смене герба еще не принято. Ну а приблизительную сумму вы не можете прогнозировать, исходя из вашего опыта, может быть? Из каких... Сначала давайте решим вопрос, а потом мы вам скажем. Это не это, не сейчас. А источник средств, откуда будут браться средства, вы, наверное, заранее знаете уже. Сначала давайте решим вопрос первый, а потом перейдем ко второму вопросу. Давайте мы сначала решим, нужно ли его менять. Вы же сами прекрасно знаете, было... Решение же не принято, что менять его. Было сказано, если общество в своем большинстве поддержит смену, тогда давайте рассмотрим, создадим специальную комиссию, создадим, там же нужно будет эскизный проект. То есть это не взять сегодня и поменять герб. Это большая работа, а в рамках этой работы мы уже посчитаем. Сейчас мы не приступали и даже не прикидывали. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42.